Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Королева Червей. Так, ну что, поставим, наверное, классическую стиль графики, вы просили посмотреть. Поехали. Так, у нас прогресс 57%, это уже хорошо, пол игры пройдены. И 13 уровень. Так, 13 уровень. В числе 13 нет ничего несчастливого. Но вы это скажете вражеской царице... Или не говорите, с видеоиграми разговаривают только психи. Согласен. Так, не забывай, что мы в прошлой серии получили улучшение наших добытчиков. Надо проверить, как это работает. О, нет, 13. Чего? 13, несчастливое число. Не в курсе про это суеверие. Но почему ты о нем говоришь? А разве ты не видела минуту назад в небе надпись «Уровень 13»? Нет. Это ты ее с собой принесла? Это твоя вина? Не было в небе никакой надписи. Врешь. Ты проклятая или ведьма. Умри, ведьма. Так. Как же мне их улучшать-то? Ага. Я понял. Блин, надо будет улучшать, по идее-то. Так, в данный момент они по сколько приносят? По пятерочке, да? По пятерочке. Плюс единичка идет от самой базы. Сейчас улучшим. Надо будет обязательно сделать улучшение. Так, 80. 90. И сотка. Все, ребят, улучшаем. Так, пока здесь тихо. Пока здесь... Что он там делает? Пока вызывает. Угу. Так, первое улучшение завершено. А второе улучшение сколько стоит? 125. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня еще... Блин, у меня ничего не готово, а тут уже... А тут уже враги летят. Ну как так-то? Нет, это я использовать не хочу. Блин. Ну давай, 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 быстрее. Вызываем. Давай, давай, обстреливаем. О, следующее улучшение. Давай когтистых будем делать. Так. Когтистых. И, наверное, нам понадобится еще... Летуны. Да, скорее всего, понадобятся летуны. Интересно, успеем заплевать? Ну, по идее, должны успеть. По идее. Такс. Да что ты будешь делать, не хватает, а? 125, ребят. Сейчас мы сделаем фул улучшение. Что там у нас происходит? Да ничего хорошего, как я понимаю. Так, супер сборщики я получил достижение. Так, он меня решил доконать, да, своими летунами. Я понял его. Я его, друзья мои, прекрасно понял. Ну что же, мы будем отбиваться. Улучшение, естественно, он мне не даст сделать. Это 100%, я тебе говорю. 50. Хотя, почему не даст? Давай, наверное, этих вызовем. 12 штук нужно наклепать. Если мы успеем, конечно. Так, когтистый, выходи. А мы вот так сделаем. Он же любитель делать такое. Из-под тишка. Вот, и мы теперь будем делать. Здесь все, по фулке, да, улучшено? Да, по фулочке у нас улучшено, поэтому давай плодить. Так, опять летающие, да? Сопляжу и летят. Опять летающие сопляжу и на нас летят. Блин, нам нужно больше, больше, больше нектара, понимаешь? Блин, так гусеничка еще достанешь же, а? Ёпрасы, ну как ты долго делаешь, а? Думаю, что у меня войска не выходит, правильно? Добычка в 3 часа клепает.
Так. Сейчас, сейчас, сейчас сделаем вот так вот. Не приближайся ко мне со своей темной энергией, ведьма. Вред наводящиеся пчелометы. Уничтожьте проклятого врага издалека. Может, хватит уже этой проклятой ведьмы? Йоу, просто нет. А этот еще кто такой? Это что за враги-то такие? Да блин, отмена. Давай так сделаем. Слушай, ну мы их запинываем, запинываем, отлично. Так, а здесь можно улучшение сделать? Можно. Я не понял, они выпускают пчел? Серьезно? Ах вы жуки навозные, а? Вот значит, что вы делаете, да? Выпускает своих этих, понял. Бомбануть? Нет, не будем пока бомбить. А с какого перепуга они так жестко меня запинали здесь? Так, нам срочно нужно что-то сделать, ребят. Давай, летающих сделаем. Ну, не можете попасть, что ли, по этому охламону, что ли, я не мог понять. Сейчас посмотрим, как мы их заплюем здесь. Отлично заплевали. Просто шикарно. Этих надо валить. Валить, валить без остановки. Просто смотри, что он делает. Бомбанем туда бомбочку. Размазали, да, мы их? Размазали, конечно. Так, ну что, мы пришли к базе. Мы, друзья мои, подошли к базе. У нас 50% еще есть здоровья? Вроде как есть. Так, уничтожаем. Всех, 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 всех тут надо уничтожать. Никого не оставляем. А то я смотрю, у него там на базе здоровья еще фул. ХП почти. Так, сейчас мы еще глянем. Мини-бомбардировщик, я не хочу его делать. Мини-бомбардировщик меня как-то не особо интересует. Еще творит. Ты видишь, что он сейчас сделал? Вот такую пакость, друзья мои, он сделал сейчас. От безвыходности. Бросил ядерную бомбу. Если он думает, что это его спасет, то я его хочу огорчить. Не спасет это его. Так, мы же можем еще... Подожди, он же, по-моему, должен иметь еще... А, это вот этот у нас имеет улучшение. Попутал чуть-чуть. Ну что, заплевываем, пытаемся... А у нас ничего не получается, да, с заплевкой? С заплевкой у нас ничего не получается. Хотя нет. Вроде что-то выходит. Да. Получается, ребят. Так, упал. Что он там творит? Чудило нечестное. У нас тоже есть такая штука. На! Выкуси, как говорится. Так, друзья, хочу этого призвать за 125. О! Сейчас будем с тобой армию делать. Проклятие перешло на меня! Оно давно на тебя перешло. Чепушила ты несчастная. Если ты еще не в курсе был. Так, нормально идет. Блин, хотелось бы, конечно, на 3 звезды, но мне кажется, не подтянем. Опять этот вылез, а? А где мой-то? А вон он летит. Есть, ребята.
получено достижение гусеничка «Ваш друг» и куча космических жуков. На 3 звезды. Шикарно. Так, наводящийся пчеломет. Стреляет самонаводящимися пчелами. Подходит для уничтожения ценных бойцов. Не может поражать летающих бойцов. Угу, вот оно что. Ты понял, да? Так, меня попросили пройти вот эти вот уровни, ребята, на 3 звезды. Так, вражеский сборщик дает 1 единицу нектара. И это все, что он дает? Ну, дай-ка гляну. Дай-ка я гляну. Этот второй уровень. Какое хорошее место. Здорово, что мама убила его предыдущую хозяйку. Так, ну это мы смотрели про гусеничку, так что нам это не обязательно, ребята, читать. Тупо пропускаем. А, меня только интересует другое. У меня сохраняется моя армия или нет? Или я должен проходить той армии, которая у меня был есть? Да, ребят, по-моему... Точно, никаких улучшений у меня нету. Окей. Сложно будет, наверное. Очень сложно. Будет очень сложно, но я попытаюсь. Тем не менее. Так. Давай вначале сборщиков попробуем. 12 штук. 12 вряд ли, конечно, мне дадут сразу призвать. Давай когтистого позовем, чтобы он хотя бы гусеничку уже на себя переманил. Так, и 30 единиц энергии нам нужно. Вот так вот. Ага, он уже тоже, ребята, отправил. Он уже отправил двоих. Ну, вдвоем-то, конечно, им тут раздолье. Ну вот как это может быть, ребят? Ну, офигел, просто, ребят, офигел. Уже такую армию наклепал, ну ё-моё. Это что, справедливо, что ли? Да нет, конечно. Да какой, блин, пробел, чтобы ускорить? Не надо мне ничего ускорять. Фух, подбили. Так, давай еще когтистов, наверное, призовем. Улучшений же больше точно нету? Не, нету. Больше улучшений у нас нету. Вот сейчас, по идее, должно быть идеально вообще, ребята, быть. Потому что мы и сзади как бы прикрыты. И что происходит? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Когтисты хвалят, ребята, одного за другим. Да вы попадаете, господи, вы хоть попадаете. Они вроде пытаются, но как бы плохо у них получается. Ладно, ничего страшного. Так, нам нужно еще одного, ребята, добытчика сделать. Так, давай плевак возьмем. Плеваки очень хороши, ребят, когда именно за танками находятся. Блин, мы сейчас безоружны будем. О-о-о-о. Смотри, кто у нас тут, ребят, летит. Да-да-да, тут летят у нас эти. И это плохо. Ага. Да, уничтожили почти половину, даже больше моей армии. Плевунов. Но я не сдаюсь. По возможности ставим еще одного добытчика. Правильно, бей этих жуков несчастных. Так, и плевунчика вызовем. Хорошо, заплевка пошла. Прям, я тебе скажу, великолепно. Ну что, съел, хламон? Будешь знать, как на нашу базу нападать, да, ребят? Давай еще жучка прибавим. Слушай, по-моему, ему крышка. По-моему, ему, ребята, крышка.
Ну, Ти-ди-ди-с. Слушай, вот они, ребята, золотые звездочки-то где добываются? На сложном уровне. Секешь, о чем я? Вот, видишь? Так, нектарная вечеринка. Обе целицы получают плюс 1 единицу нектара в секунду. Вечеринка с поножовщиной. Каждый раз, когда гусеничек стреляет, случайно царица получает бесплатную когтистую личинку. Случайно, ребята, царица. Не моя, а может и вражеская. И ядерная вечеринка. Так, обе царицы начинают с одним зарядом биобомбы. Ваша царица наносит маленькую шляпку. Так, носит она маленькую шляпку. Окей. Так, ну что, друзья мои, у нас еще где... Тут 2 звездочки и тут 2. Ну что, попробуем? Попробуем. Уровень 5. Даже читать не будем. Это нам не обязательно. Это нам не обязательно. Так, теперь можно улучшить до жукомерок. Да, это я помню. Это я помню. 20-ка. И будем его до жукомерок прогрессировать. Потому что потом, по-моему, у нас будет в этом, ну, нормально скажется. Так, 1, 2, 3, 4. У него 4, у нас 5 делается, да? Так, жукомерок. Сколько? 75. Нужно копить, ребят, 75. Улучшим, сразу будет прогресс налицо. 75. Давай, давай, отлично. Улучшаем сразу же. Так, он выпускает плевуна. Причем не одного плевуна, а целую армию плевунов. Так, ну что же. Атакуем. Сейчас мы здесь им устроим. Опа, в замешательство. И сзади, из-под тишка их щелк, щелк. Красиво. Красиво. Да, их, правда, много здесь. Но ничего. Все равно пощелкаем их всех тут. Должны пощелкать. Обязаны, ребята, пощелкать. Да, блин. Медленно двигается он, вот что я заметил. Медленно двигается. Что он там еще армию, ребята, он призвал. Если бы он побыстрее бы, чуть-чуть бы хотя бы, ну, реагировал, было бы намного лучше, ребят. А так что-то как-то медленно слишком. Да вы заколебали, а? Так, наверное, нам не обойтись без летающих, мне кажется. 50, они стоят, что так дорого-то? Ага, ага, наказывай, наказывай, наказывай. О, он вызвал улучшенных плевунов, ребят. Это уже беда для нас, это уже беда. Да что такое-то? Так, давай сюда. Давай, 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 давай. Хлоп. Есть. Под шумок, как говорится, да? Сейчас пощелкаем их тут. Но он все равно их очень много делает. Очень много, и сам видишь, какой урон они наносят. Солидный урон. Просто солидный. И по 3 он штуки будет все время вызывать. Офигел, что ли, он? Зашибись. Ладно, я не буду сдаваться. Будем щелкать. Так, вдвоем идут. Давай, 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 давай. Сюда, прям вот, вот сюда вот. На-ка. Пока они там были в замешательстве, мы хотя бы немножко подщикаем.
Так, 50, да? Улучшаем. Как вы заколебали, а? Конечно, лучше, ребята, мне кажется, с летающими вместе их брать, потому что летуны хотя бы их немножко отвлекали бы. Ну как отвлекали? Они их бомбили бы. Пока те были бы... Пока те бы расстреливали наших здесь, они бы с воздуха их атаковали. Это было бы вообще солидно. Не достаю. Вот теперь можно. Все, они очень быстро заплевывают. Ой, как быстро, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же это происходит, а? Не надо гусеничку, пожалуйста, переманивать на свою сторону. Да вы заколебали. Слушай, он достал меня уже своей армией, блин. Бесконечной, блин, ты посмотри. Сотнями их, блин, просто делает. Но еще не легче. Теперь он этих начинает вызывать. Нормально? Так, гусеничку переманили. Так, ребята, это последний добытчик у нас получается, да? Куда он попер? Я ему не давал такого добра делать. Побежал он уже. Блин, он все равно, ребята, ну прям вот чувствуется, что у него юниты сильнее, чем мои. Это прям невооруженным глазом видно, ребят. У меня какие-то слабоны, у него какие. Да, тяжелая битва, конечно, тяжелая. Я не могу, ты посмотри. Я не могу никак, ребята, взять преимущество здесь над ним. Просто не могу там. Вы серьезно? Как я здесь... У меня улучшение вообще хоть у кого-нибудь еще есть? Нет, это было последнее улучшение, которое я мог сделать себе, позволить. Так что ли получается? Просто поливают меня. Просто поливают. Причем у меня все по максималке здесь прокачано. У меня 12 добытчиков. Все. И сам видишь, что происходит. У меня здесь особо выбора-то нету. Либо эти, либо эти. Все. Как бы особо не разгуляться тут сильно. Не, это, конечно, бьет там это гусеничка. Потихонечку бомбит там. Эть, не достаю. Просто элементарно не дотягиваюсь. Такое очень жесткое столкновение здесь, конечно. Очень, ребят, жесткое. Да хоть звездану сюда. Угу. Видишь, он плевунов там понавызывал. Целую армию плевунов. И они сейчас начнут меня заплевывать. И всех положат здесь, да? Конечно же. Конечно же, ребята, всех положат. И вот это они хотят сказать справедливость, да? У него уже есть улучшенные плевуны, в отличие от меня. Я до сих пор вот этими жучками пользуюсь. Да я понимаю, что максимальная дистанция.
То есть я, наверное, здесь буду до тех пор воевать, пока гусеничка не убьет их. Они мне не дадут. Они не дают даже к базе подойти. Понимаешь, о чем я? К базе не дают даже подойти. Все, ну вот на каком-то расстоянии у нас происходит. И вот встают они все рядышком. Вот это тоже меня, ребят, конечно, раздражает. Блин, ну что, не достаем, что ли? Я в шоке от этого заплевывания всего. Вот и все, ребят, вот и всю мою армию. Ты посмотри, сколько у него там их. Ты посмотри, сколько у него здесь этих противников. Вы серьезно, блин? Это идиотизм. Ты посмотри. Да все тут, ребят. О чем тут можно вообще разговаривать? Ты посмотри, я с этим еще не справился. Он уже следующую армию призвал. И вот так вот он по три штуки сбрасывает. Нормально? Кто мне здесь поможет? Да никто. Я не успеваю юнитов плодить, как он уничтожает их. Это дисбаланс, ребят, на самом настоящий. Я понимаю уровень сложности, там все подобное, но здесь... Да. Я максимум успеваю одного мужика уничтожить, как он уничтожает практически всю мою армию. А я так и думал, что будет, ребята. Мы пока будем уничтожать. Эта гусеничка будет бомбить. Только таким образом мы здесь победим. Она не заплевывает. Причем армия у него бесконечная. Посмотри, он по три штуки вызывает их практически через определенное там количество секунд. Сколько там секунд? 10-15 проходит. Он вызывает следующего. 15 секунд проходит, он вызывает следующего. Ну и как я тут должен здесь побеждать его? Молодцы. Не достаю я до туда. ГГ. Иди нафиг, ГГ. Чепушила. Давай, давай, давай. Я тебе устрою ГГ, блин. Мне нужно, чтобы гусеничка. Мне нужно. Ты посмотри. Вот как они тут хотят, чтобы ребята. Нет, конечно. Не выйдет. О, да. Да бомби ты по ним-то, ёпрасоте, блин. Черт подери, а. Вот труба. Просто труба, ребят. Блин, у него там здоровье шишка, гусеничка. Ну, пожалуйста, ну. Ай, тупорылая гусеничка, а. Там нужно еще, наверное, ударов 6, чтобы гусеница сделала. И, возможно, ребята, будет нормально все. Возможно. Гусеничка, ну. Постоянно приходится вот так ее поправлять, ребят. Ты будешь пуляться или нет, а? Сколько там еще, блин? Не очень там много-то здоровья, в принципе, ребят. Видишь, если бы я здесь проходил бы с той армией, которая у меня была...
Трындец. Тройное золото, масса убийства. Ха-ха. Жесть. Я это сделал, ребята. Я это сделал. 6 звездочек у меня. Трэш. Так, ну что, 14-я миссия. Слизь. Да. Поехали. Уровень 14. Прочь, незваные гости. Красные навсегда, зеленые никогда. И я не зеленая, я черная. У тебя глаз зеленый, дурында. И я не вижу, какой у меня глаз. Ого, как глубоко. Вообще глубоко. Не настолько. Ладно, как скажешь. Ну что, будем драться? Ну, раз ты настаиваешь. Раз ты настаиваешь. Тут у нас выбор есть. Так, а что там за улучшение у нас? Не помню. Слушай, я, наверное, пока не буду, ребята, их эволюционировать. Пускай лучше их будет количество больше, чем эволюционирование. Так, а здесь начнем с когтистого. Начнем с когтистого, пока эволюция там, то есть 5-10. И заодно глянем, кого он будет вызывать. Так, нам нужно 30-ка, да? Нет, не 30-ка, ребят, сразу, наверное, сразу эволюцию сделаем. 75, 75. Блин. Не дает, ребят. Не даст он мне никакой эволюции сделать. К сожалению. Ладно, будем пока так отбиваться. Сейчас подойдут только поближе. Я их шугану маленько и начнем бомбить. Так. Куда они пошли-то, я не могу понять. Давай, правильно, все, все пока отлично. Так, надо будет гусеничку еще перебить на нашу сторону. Понятное дело, что он делает. Так, плевунцы нормально работают. Две штуки, правда, ну ладно, ничего страшного. Че, когтисток-то нету? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и побежал, и побежал. Отвянь. Опять гусеничка начала бомбить по мне, а? Так, нет, ребят, надо эволюцию делать. Не дело. Надо нам делать эволюцию. Так, 75 нужно, да? Поехали. Так, ну с этим, я думаю, мы справимся. Есть, готов. Пускай идет. Этих пока шуганем. Слушай, он заколебал. Давай бомбанем туда. Чтоб пусто ему было. Угу. Так, ребят, последнее улучшение я сделал. Не улучшение, а добычка. Так, и надо сотка, блин, сотка. Ладно, пока не до него. Он сейчас применит. Если он почувствует, ребята, преимущество, он применит свою боеголовку. У нас вроде жуки, преимущество, блин. Не все равно мы почему-то просираем. Наши жуки круче, чем у него. Мы сколько наносим урона? По 7? А, нет, по 11. Он по 7, да? Да.
тогда непонятно, почему он все равно нас успевает атаковать. Умудряться, успевает нас уничтожать. Сотка мне нужна. Делаем улучшение, ребят. Делаем улучшение. А пока, ну, они улучшают. А, не добывают, пока улучшается. Все, понял. О, хорошо, заплевка пошла. Вообще шикарно. Заплевочка идет как надо. Сейчас применит боеголовку, чувствую я. Так, мы пока, наверное, не могу ничего пока сделать. Следующее улучшение 125, да? 125. Есть контакт. Улучшаем, ребят. Так, а у него еще первого улучшения, что ли, жуки идут? Хи! У него жуки первого улучшения. Ну, вообще еще не прокачанные. А у нас уже, как ты видишь... Привет, зеленая царица. Гляди, боец, который стреляет зеленой жижей. И что он делает? Лечит моих бойцов, а твоим наносит урон. Это очень запутывает. Фига себе. Это что за выкрутасы, ребята? Ёпарасоте. Ой, так, это что у нас? Ага, пчеловод. Это плохо, друзья. Это здесь нужно летающих тогда делать, получается. Тут я же хотел... Я хотел сделать, а я эволюцию зачем-то поставил. Ладно, ничего страшного. Точно она не хиляет. На 8 единиц, ребят. Так, давай посмотрим, как эти... Пчелики наши будут работать. Не достаю. Пчелики. Так, у нас следующее улучшение сколько стоит? Сотка. В принципе, сотку реально накопить. Сотку реально накопить. Я бы даже сказал, не то что реально, а необходимо. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Понял? Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Ладно. Что делать-то? Так, и... Не знаю, ребят, может бродячую ракету создать? Мы еще не видели же ее. Как бы мы видели ее у врагов. О, про этих-то совсем забыл. Про этих-то я совсем забыл. В этом ее было бы сложно разобраться. Тому, кто не различает красный и зеленый. Да ладно, серьезно ты говоришь? Блин, да ты посмотри. О-оу. У меня, ребят, проблемы. Что заколебало, а? Куда этот-то прет-то прям, я не знаю, а, ребят. Так, нам нужен еще один такой. Ну зачем ты полетел-то сюда, ё-моё, стоял бы там сзади, бы летал бы. Ага, ага, сразу же. Сразу же, ребята. Взгрустнулось ему, посмотри. Так, неплохо мы тут их заколбашиваем. Давай тоже сделаем себе этого червяжука. Бумс, упал. Выходи. Сейчас мы здесь... А куда они отходят-то? Зачем они отходят? Вон, смотри. Смотри, как крутенько мы их бомбим. Прижучиваем просто.
Угу. Я еще одну такую выпущу. Все, сейчас базу, ребята, разнесем. Зеленый сильнее красного, невозможно. Возможно. Как видишь, возможно. Есть. Ай, красота, ребята. Ай, красота. Я вот этот вот перепад я как раз и почувствовал. Думал, блин, все, не вытянемся. Липкий слизняк плюется слизью в других ваших бойцов, исцеляя их. Когда плюется слизью во вражеских бойцов, наносит им урон. Может поражать летающих бойцов. Ну да, такой имбовый персонажик. Ну что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Как ты видишь, мы уже на 15-й миссии. Остается нам тут всего лишь 6 миссий. И, я так понимаю, игра будет пройдена. Хотя там еще какой-то режим стычки. Но, я так понимаю, это, наверное, между друг другом драться. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.